Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Алина Покровская родилась в 1940 году в Донецке. После того, как закончилась война, она с матерью в течение нескольких лет жила в Вологде, а затем переехала в Москву. Своего будущего мужа Алина встретила, когда училась в Щепкинском училище. Алексей Покровский работал там преподавателем. Он был намного старше своей будущей супруги, что потом послужило причиной для их развода. Покровская не любила делиться воспоминаниями о том времени. Несмотря на это, она сохранила красивую фамилию мужа, с которой потом прославилась на весь Советский Союз. Второй раз она вышла замуж за Владимира Сошальского. Спустя 10 лет после заключения брака они развелись. У Владимира Сошальского был ребенок от предыдущего брака, и заводить еще детей он не планировал. Третьим мужем Покровской стал актер Герман Юшко. Они познакомились в театре Советской Армии, где вместе работали. В этом счастливом браке они прожили 40 лет. Герман Иванович был замечательным человеком с золотыми руками. Он сам построил загородный дом, любил вкусно готовить. К сожалению, в 2010 году его не стало. До этого он несколько лет тяжело болел. В прошлом году актриса отметила свой юбилей 80 лет. Она продолжает работать в театре. В 1974 году она родила сына. Алексей получил историческое образование. В 2000 году он начал работать заведующим отделом письменных источников в Историческом музее Москвы. Он также пробовал быть экскурсоводом, но ему такая работа не понравилась. Мужчина вместе с женой воспитывает сына Максима. А как вы думаете, Алексей похож на маму? Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!